Вить, а как это? Стойку микрофона пониже сделать. Ага, понял. Yeah! Это успешный рэп-баттл. Это финал. Ага. Скажи, как тут не грустить, как по жизни улыбаться, если в свои 21 я выгляжу на 15. Мне продают алкоголь лишь по паспорту. И тут у вас во рту шутка про паспорту. Вась, это классика. Даже стрыкало меня назвал сиплым ребенком с пивасиком. Шутит каждый говноед, лол, каши мало ел, лол. Как же надоело, это не ваше дело. Все эти шуточки не вместятся в песне. Вокруг все бесятся, когда я не в детском кресле. Вот вам весело, вы смеетесь над гризом. А меня Ургант позвал в рубрику «Взгляд снизу». И вы бы знали, как мне просто, когда все угорают с твоего роста. Я принимаю к сердцу все очень близко. Да, на самом деле нет, ведь шутки про рост — это слишком низко. Я смотрю свысока на мир, стал большим великаном. В моем маленьком мире отныне я буду огромных размеров, а вы нет. Я смотрю свысока на мир, стал большим великаном. В моем маленьком мире отныне я буду огромных размеров, а вы нет. Я до сих пор хожу пешком под стол. Росишка не поможет инфосту. С тем самым все в порядке. Нет, не снимался в Форт Боярде. Маму не потерял, я один сюда пришел. Нету XS, лишь M, ну это хорошо. Любой своей телочке я дышу в сиськи. Но больше всего бесит то, что у меня голос тоже низкий. Зато большой потенциал и высокий бюджет. Огромные амбиции, это мой бронежилет. Высокая самооценка, много эгоизма. Что-то должно расти, обаяние, харизма. Можете шутить, я готов выслушать вас. Но все это слышал тысячу раз, тысячу фраз. Знаешь, я выше этого, смирись. И тебя тут совсем не слышно, давай, пригнись. Я смотрю свысока на мир, стал большим великаном. В моем маленьком мире отныне я буду огромных размеров, а вы нет. Я смотрю свысока на мир, стал большим великаном. В моем маленьком мире отныне я буду огромных размеров, а вы нет. Спасибо большое за просмотр, и я очень надеюсь, что вам понравилось. И если это так, почему бы не поставить этому видео палец вверх? Тем более это финал успешного рэп-баттла. На протяжении 2,5 лет вы поддерживали меня лайками. Вот я в финале, и все, что отделяет меня от победы, это количество пальцев вверх под этим видео. Поэтому, если понравилось, если вы хотите, чтобы я выиграл, лайк. И да, в честь финала успешного рэп-баттла мы с самым дружелюбным магазином гаджетов Big Geek, бывший Маков.нет, которого, я думаю, вы все прекрасно знаете, решили устроить конкурс на целых 50 подарков. 50 победителей! У меня нет 50 пальцев, чтобы показать это. Призов будет множество, но за первое место мы дарим iPhone 6s, за второе либо iPhone 5s, либо PlayStation 4 на выбор, а за третье iPod. Чтобы поучаствовать в конкурсе, вам достаточно всего лишь сделать репост этого видео с моей страницы, ссылка на которую есть в описании, и обязательно подписаться на канал и паблик Big Geek, тоже есть ссылка в описании. Результаты конкурса через месяц на канале Big Geek. Участвуйте, делайте репосты и побеждайте целых 50 подарков. Все, спасибо за внимание, все полезные ссылки в описании. Также там есть ссылка на канал, на котором мы избрили брови. У нас там куча новых передач. Слишком много слов. Пока!